А вы верите в такое явление, как венец безбрачия? Ну, если мне сегодня покажут человека, у которого это есть, я заплачу тому деньги. Дагестанская ясновидящая Фатима Хадуева заявила, венец безбрачия – это выдумка. И в одиночестве этих женщин никакой мистики нет. Вот эта девушка, она вообще зря здесь сидит. Надя еще слишком молода, чтобы торопиться замуж. У нее еще нету пережитого внутреннего состояния, любви даже к самой себе. Ольга отпугивает мужчин самостоятельностью. Я сама. Вот это единственная фраза, которая все время вылетает на вас. А вот эта девушка пока может даже не мечтать о замужестве. Вы понимаете, скоростную дорогу. На ней есть закусочные, заправочные. Вот это одна из остановок большого потока движения. А двигаются несвободные мужчины. Вот они очень часто останавливаются рядом с этим красивым созданием внутреннего счастья и удовлетворения. Это не приносит. И только в жизни Иры ясновидящая нашла настоящую гармонию. Именно вы движетесь уже в паре. Теперь, когда Фатима сделала безошибочный выбор, повода сомневаться в ее словах не было. Одиночеству женщин существует масса причин, но венец безбрачия здесь абсолютно ни при чем. Закройте глаза и задайте тот вопрос, к которому мы пришли, самой себе. Своего ли сына я похоронила? Этот безмолвный вопрос Наталья задала следующей ясновидящей, Фатиме Хадуевой. Ответ на ваш вопрос. Да. Фатима, а вы можете сказать, на какой вопрос ответ «да»? Вы можете похоронить? Похороны. А чьи похороны видите? Мужчины. Скорее всего, это ваш сын. Этот человек ушел мне хорошо. У него очень быстрая и неправильная смерть. Мгновенная, случайная. Он не один. Там еще есть мужская энергия. И, скорее всего, и женская энергия. Все совпадало. В том сгоревшем вагоне нашли именно три тела. Мой брат, он был машинистом, его помощник. И погибла еще проводница у них. Вы ей поверили? Поверила. Но она очень убедительна. Мы не могли понять одного. Если Фатима права, и Сергей все-таки сгорел, кто уже 4 года тревожит Наталью телефонными звонками? Я уверена, вас мучает присутствие вашего сына рядом с вами. В таких ситуациях происходит следующий момент. Душа, она мгновенно уходит в тонкий план. А все остальные тела, которые существуют, это ментальное тело, ну, грубо говоря, сознание, физическое тело, эмоции, эфир, они неправильно распадаются, неправильно уходят. Душа вылетает, человека здесь нет. Но часть его тел, они остаются определенный период времени здесь. Идти по телевизору. Могут проходить звонки. Перезванивайте, абонент недоступен. Либо такого номера не существует. Это значит, его у живых нет. То, что вы схоронили собственного сына, сомнений нет. Я не верю. Но мне больше нравится вот этот. Наверное, как и вам. Здесь имя первого лидера 13-й битвы. Совет жюри долго не мог прийти к единому мнению. И в итоге в этом конверте оказались сразу две фотографии. Фатима и Елена. Я вас поздравляю.